Привет, на канале Арбиты. И Маша! Вот мы и поставили нашу красавицу. А что мы будем ее украшать? Таня поехала за игрушками. Привет, друзья! Да, красавица наша лесная уже стоит, а игрушек-то и нету. А знаете, я придумала, как ее украсить. Давайте будем ее украшать любыми предметами, которые подходят, ну, как бы под новогодние игрушки. Будет такой мини-челлендж. Да. Согласны? Да. Думайте пока, мисс. Пещерки. Как идея. Бантики. Бантики? Как идея. Да. Ну что, пошли дальше? Да. Мои бантики в моей комнате. Побежали? Вот сколько есть. Ого, сколько бантиков! На пол елки точно хватит. Да. Давай, тащи их все. Побежали. А я уже принес прищепки. Ты уже принес прищепки? Давай. Наряжайте елку. Да. Так прикольно. Ребята, у кого еще елка наряжена прищепками? Наверное, только у нас. Маша, у тебя как получается? Да. Тима решил прикрепить зеленую прищепку? Да. Маш, классная у тебя елка с бантиками. У тебя такие яркие бантики на елку. Как будто так и надо, да? Так, еще вот такая вот осталась. Ух ты ж, какая. А ну, давай. Я думаю, красиво получится. Ну, смотрите, наша елка уже начинает преображаться. Вот и прищепка уже. Да. Тим, что ты дальше будешь цеплять? Носки. Носки? Это смешно, побежали за носками. Правда, у нас не новогодние носки, но зато они яркие, да? Побежали цеплять. Так, и как же ты их будешь цеплять? Прямо так вот. Ну чё? Ну будет как голубенький бантик висеть, правда? Так, а эти такие коричневенькие. Ну они не коричневенькие, а горчичные, да? Я же это и это прицепила. А ну покажи, как классно. Смотри, а вот этот обруч у тебя от снежинки, ну он прям как новогодний так на елочке смотрится, правда? Да. Класс. Тима уже цепляет третью пару носков, да? И посмотрите, какая у нас елочка становится. Я уже вот это цепляю. И кто скажет, что у нас не нарядная елочка? Я уже вот это цепляю. Еще один обруч. Супер. Еще вот осталась целая куча. Ага. Так. Обруч с цветочками. Давай. Ой. Тима, у тебя носок упал. Давай его цепляй скорее опять. Знаешь, что я придумала? Надо было носки цеплять на прищепки. Да. И тогда бы они точно не падали. Маш, представляешь, Тима уже вторую позицию повесил. Он повесил уже прищепки и носки. А ты что будешь второе вешать? Колпачки новогодние. Точно, у нас есть новогодние колпачки. Побежали. Побежали, побежали, побежали искать колпачки. Так. Вот целая куча. Ага, здесь у нас вообще куча нарядов всяких разных, да? Побежали. Супер, наряжай елку скорее колпачками. Пока Маша наряжает колпачками елку, Тима, ты что будешь ложить? Ангелочки. Ангелочки? Какие ангелочки? Мы вырезали. А, точно, вы вырезали ангелочков, типа оригами делали, да? Да. Или что-то там, вырезанки какие-то, побежали за ангелочками. Так. Покажи сюда. Ого, сколько у тебя ангелочков. Ничего себе. Дед Мороз.
и Дед Мороз на таком браслете. Ну что, побежали их цеплять? Так, а Маша уже почти управилась, да? Так, Тима пока развешивает ангелочков. Маша, ты еще придумала что-то? Да. Что? Магнитный конструктор. Ну ты даешь, да это прикольно будет. Кстати, он разноцветный и интересный. Побежали за магнитным конструктором. Ой, сколько штучек, они как прям такие браслетики, так что хорошо на елочку лягут, да? Да. Давай. Давай, побежали. Давай. Так, давай, магнитный конструктор подцепим. Это сюда. Угу. Это сюда. Так, и хорошо. Так, я сейчас знаю, как это сделать. Ага. Прикольно. Ким, что у тебя там с ангелочками получается? Да. А ну давай. Ух ты ж, как класс. Вот такой вот ангелочек у нас висит. А вот Дед Мороз. А вот Дед Мороз. А вот носки уже я вижу. Ой. Да, снимем. Ну как вам наша елочка? Мне кажется, неплохо получается. Она становится яркой, выразительной. Да. Прикольно получается. У меня осталось еще три ангелочка. Действительно, украшение необычное. И кому понравился наш челлендж, обязательно поставьте лайк. И, конечно, подпишитесь на наш канал. Да, да. Тима, Маша, а вы знаете какую-нибудь песенку про елочку? Я! Ну, давай, Маша. Носки повесили, встали хорошо. Весело, весело встретим Новый год. С Новым годом!